Если думаешь, что ты стоишь, берегись, друг, чтобы не упасть. Для падения хватает только миг беспечности, самоуверенности шаг. Есть всегда всему свое начало. Дела же наши — плод мыслей. А их так много, что недаром над ними бодрствовать намного тяжелей. Вот думаем, у нас все хорошо, мы то, другое делаем по слову, но бодрствуй, это именно есть то, что приведет к совпадению нас снова. Ведь эти мысли в нас формируют беспечность, уверенность в себе и в том, что нет нужды ни в чем, но это ты, конечно, стал очень беден, наг и слеп. На жизненном пути ведь много преткновений, есть много битв и дьявольских сетей, и в Божьем подкреплении, наставлении нуждаемся всегда мы в жизни сей. Беспечный человек всем тем пренебрегает, и потому в него так много поражений, ему нормально оставлять собрание, но это есть опасным и смертельным. Дьявол ведь как лев, что овечку понемножку от стада отведет, потом и растерзает. И, к сожалению, многие христиане тоже, как та овца, того не понимают. Есть много и других уловок в жизни, которые дьявол с хитростью расставил, и потому пусть мудрости и силы даст вам Господь, чтоб их увидеть и оставить. Все бодрствуйте и все молитесь во искушение, чтобы не упасть, но чтобы сам Христос Спаситель сказал: «Вот добрый, верный раб». Аминь.